зовут Лиза, добро пожаловать на мой канал. Сегодня мне попала в руки вот такая вот замечательная коробочка. Она мне пришла с сайта oilsap.ru. Это спивак. В интернете очень много обзоров на продукцию этой фирмы. Мне тоже стало интересно, что же это такое. Мне захотелось попробовать. И вот у меня получился вот такой вот заказик. Такая вот посылочка мне пришла. Давайте же скорее ее откроем и посмотрим на содержимое. Пришла только что с почты, после тяжелого трудового дня. Даже не покушала, ни как-то не отдохнула. Сразу посылочкам. Какая я любопытная. Так. Здесь еще надо, я так предполагаю, разрезать. Запаковано все очень хорошо. Дошло очень-очень быстро. Заказ был отправлен, ну, тоже очень-очень быстро. В общем, я очень-очень довольна. По-моему, мое сегодня любимое слово это очень-очень. Как же сложно открывать. О! Фух, наконец-то я справилась. Здесь у нас лежит маловаренная компания «Спивак». Здесь лежит такой вот листик с моим заказом. Так, куча пупырок наложена, что не может не радовать. И здесь у нас вот столько всего интересного. Та-дам! Так вот. Так, давайте по очереди посмотрим все, что здесь нам пришло. Здесь у нас стеклянный вот бутылечек, его упаковали отдельно в пупырку, что опять-таки меня очень-очень радует. Угу. Как здорово, смотрите. Вот эта вот цветочная вода нейроли находится в бутылечке, закрытой обычной крышечкой. Я так понимаю, чтобы он не пролился. И плюсом еще дополнительно лежит вот такой вот пульверизатор. В принципе, очень продумано и весьма-весьма интересно. Значит, цветочная вода – это натуральный гидролат. Состав: цветочная вода, сорбат калия, лимонная кислота. Потестируем, посмотрим. Вот так вот. Так вот выглядит пузыречек, и к нему в дополнение идет пульверизатор. А дальше вот такой вот красивенький бутылечек. Это гель для душа, апельсин и корица. Состав: калиевые соли мастил, рапсового, пальмового, кокосового, касторового, вода, эфирное масло апельсина, сладкого, лимона, корицы. Здесь у нас целых 250 миллилитров. Пахнет прям корицей, лимончиком, вернее апельсинчиком. Я здесь не чувствую, а вот корица очень-очень ярко выражена. Ну, интересно, попробуем. Так, вот. Значит, дальше такая вот. Это у нас пенка для умывания, мандарин. Состав: калиевые соли, масло миндального, пальмового, кокосового, ши, вода, эфирное масло мандарина, сосны. Интересное сочетание мандарина и сосна. Так вот выглядит упаковочка. Здесь у нас 150 миллилитров. Есть такая вот помпа, которая, я предполагаю, что будет создавать пену. Ну да, есть такой легкий аромат мандаринчика и, конечно же, чувствуется сосна. Такая вот жидкая, гелеобразная. Очень-очень жидкий гель, я бы сказала, по консистенции. Такой водичка-гель. Вот, дальше у нас маска для лица. Антиакне, состав: масло миндальное, ши, рапсовое, гидрогенизированное
Касторовое масло, каолин, эфирное масло лимона, розмарина, чайного дерева, экстракт розмарина. Здесь 110 грамм. Такой вот бутылечек. Бутылечки такие все какие-то милые, безумно красивые. Всем прелесть. Запах довольно-таки, запах очень натуральный, но еще бы такой шикарный состав. Вот, пахнет травками, чем-то таким. Ну, от составов я просто балдею. И здесь у нас еще два пузыречка. Это у нас бальзам для губ. Бальзам для губ Manoil de Tahiti. Состав масла миндальное, ши, маной, какао, макадами, воск карнаубский и авокадо. Ну, как вкусно пахнет. Прям по ощущениям такое маслица-маслица. Далее у нас идет скраб для губ, шоколад, состав сахар, какао тертое, жожоба, галден, гидрогенизированное касторовое масло. Здесь есть защитная крышечка, что очень-очень радует. Запах весьма интересный. Я бы не сказала, что это прям шоколад, какая-то конфетка, что ли. Вот так вот выглядит. Давно я хотела такой продукт, как скраб для губ. Мне кажется, это очень-очень интересно. Густая субстанция, мелкие-мелкие скрабирующие частички. В общем, супер! Я безумно довольна. Мне не терпится скорее все это испробовать. Я немножко все это дело попробую, потестю, потом обязательно сниму еще одно видео о том, что мне понравилось, что мне больше всего подошло, какие вообще у меня были впечатления от использования. Всем до новых встреч. Не забывайте ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Пока-пока!